красиво. Александра и Елизавета, как настоящие модницы, не смогли пропустить знаковое событие – открытие магазина «Дочки-сыночки». Тем более пришла пора обновить свой гардероб. Совсем скоро у сестер начнется череда праздников. Выглядеть нужно на все 100. Зоркий взгляд пал на эти наряды. Девчонки поняли, в них они завоюют сердца всех мальчишек. Это американские пышные юбки. В Орле таких еще не было, а значит, есть возможность выделиться. Саша и Лиза от такой возможности решили не отказываться. Покупку дополнили яркими аксессуарами. Модели одежды от американских модельеров разбавили коллекции дизайнеров России, Турции, Кореи и Нидерландов. Последние предлагают пинетки для самых маленьких. Магазин «Дочки-сыночки» будет интересен и юным джентльменам. Для них поло и джинс. Но Максим к нарядам равнодушен. Его заинтересовало совсем другое. Практичный парень сюда пришел за развивающими игрушками. Во всем советуется с дедушкой. Чем хорошо именно дерево? Потому что это, во-первых, экологически чистое, во-вторых, совершенно фантазию развивает. Немыслимое. Вот и сейчас Максим озадачен, какой набор выбирать для стройки. А у девчонок все наряды в голове. Лиза и Саша, узнав, что в выходные обещают плюс 10 градусов, решили, легкий плащ и куртка в ближайшее время будут особенно актуальны. С начала июня в магазине «Дочки-сыночки» появится коллекция школьной формы. А 5 числа каждого месяца скидка абсолютно на любой товар 15%. Чем не повод побаловать своих сыночков и дочек, тех, которым от 0 до 12 лет. Валерия Гавриловская, Денис Еременко для программы «Оперативный эфир».